место памяти, место боли, место героизма. Курган бессмертия в Лиде. Он посвящен памяти воинов и партизан, которые погибли в июле 1944 года при освобождении города и района от немецко-фашистских захватчиков и мирных жителей, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Курган Бессмертия представляет собой пятигранную пирамиду высотой 7 метров, с общим периметром у основания 55 метров. Закладка кургана началась 9 мая 1966 года, и 8 июля состоялось его открытие. Оно вылилось во всенародное торжество. В Лиду была привезена земля с братских могил советских воинов, партизан и подпольщиков из многих мест боевой славы. В город доставили факел, зажженный от вечного огня на площади Победы в Минске, и зажгли вечный огонь у основания кургана. Через год, в 1967 году, у основания кургана Бессмертия в нашем городе были торжественно перезахоронены останки неизвестного солдата. Автор проекта – главный архитектор Лиды Юрий Кишик. Тогда же возле кургана были высажены деревья, что положило начало парковой зоне на месте бывшего пустыря. В 1973 году курган Бессмертия в Лиде был дополнен пилонами. Высота каждого 14 метров, угол наклона 60 градусов. Они символизируют стволы артиллерийских орудий. В 2010 году прошла реконструкция кургана Бессмертия.